Губернатор Севастополя раскритиковал работу общества с ограниченной ответственностью «Цифровые инновации». На аппаратном совещании в городском правительстве Михаил Развожаев сообщил, что жители продолжают жаловаться на работу нового оператора обработки коммунальных платежей. По вот этим деятелям из цифровых инноваций продолжает большое количество поступать обращений. Индивидуально скажу. Хорошо, что собственникам этим пояснить, мы и так уже, в принципе, привлекли правоохранительные органы там к определенным ситуациям, но тем не менее все-таки работу, связанную с уточнением тех или иных некорректных запросов, платежек и так далее, прямо в режиме там круглосуточном пускай проводят. Да. Сколько, как стало известно, они эти конкурсы выиграли законно, то теперь пусть работу организовывают. Напомним, с 1 февраля этого года единый информационно-расчетный центр перестал принимать у севастопольцев оплату услуг ЖКХ. Новым платежным агентом стала коммерческая организация «Цифровые инновации». Однако у жителей Севастополя остается возможность платить напрямую поставщикам коммунальных услуг. Нет, но то, что вот декларировалось, что это будет также оплачиваться через банки, да, скажем, через офисы банков. Там люди могут оплачивать по своим приборам? Могут вносить данные, соответственно, и оплачивать по квитанциям. Вы тогда, товарищи, отправляйте вам там, к Ирине Олеговне обратитесь. Пусть идут еще раз на телевидение, рассказывают, как это все делается и так далее. Пусть работу ведут. Есть. Что-то бардак устроили.